Делаем маникюрчик. Ногти у меня такого желтого оттенка, нездорового, потому что всегда они под лаком на протяжении, наверное, десятков лет. Хочу пояснить разницу между европейской модой и американской модой. В Европе обычно принято иметь овальную форму ногтей. В Америке принято и модно иметь вот такую вот квадратную форму. Хотя сейчас, недавно, наверное, буквально 6 месяцев назад, вошли в моду в Америке такие острые ногти, как видно, как модно в России, такие острые. Вот такой вот формы. Это у нас только недавно появилось в моде, но, в принципе, как правило, вот такая вот у нас квадратная форма. Я использую всегда вот такую вот пилочку. Никогда я не использую металлическую. Я считаю, что она мне никак не отпиливает мои огромные толстые когти плотные. Поэтому я использую именно вот эту более шероховатую поверхность. Здесь она более такая гладкая. Я беру более наждачную поверхность и будем пилить ногти. Итак, я закончила пилку ногтей. Сейчас они более квадратные и более аккуратные, чем были. Затем я беру такой бафик, пуфик. Так вот он выглядит. Тоже типа наждачной бумаги, только он намного мягче, чем пилочка. И таким способом я буду стирать чуть-чуть старый слой с ногтя, и также я сделаю поверхность ногтя чуть-чуть более шероховатым. Это послужит тому, что лак будет более, что лак приклеится лучше к шероховатой поверхности, нежели если поверхность будет такая глянцевая и гладкая. Поэтому для того, чтобы лак дольше нам служил, я чуть-чуть сниму этот слой вот таким вот бафиком.
Итак, наши ногти готовы для нанесения базового лака. Я буду использовать вот такой от Sally Hansen Diamond Strength. Я знаю, что он один из любимчиков Адель Ривьер. Я им уже пользуюсь, наверное, на протяжении 10 лет, может быть, даже и больше. Рекомендую, очень классная вещь, дешево стоит, ногти после него такие очень плотные, очень упругие, вообще никак они никуда не двигаются, я могу на них надавить, и они очень упругие, я не знаю, если вы можете рассмотреть, насколько, это не грязь под ними, а вот это вот черные вот такие остатки от пуфика, которые я должна просто смыть, поэтому пусть это вас не смущает, что под ногтями, ногти у меня всегда чистые, но вот они очень-очень плотные, поэтому я очень рекомендую эту штуку Diamond Strength. Обычно я вырезаю свои кутикулы, но сегодня мне как-то не хочется этим заниматься, поэтому я просто покрою сначала этим, а затем цветным лаком. Не хочу сейчас быть в камере, выгляжу я как Баба-Яга, без косметики, с растрепанными волосами, поэтому, когда приведу себя хоть чуть-чуть в порядок, тогда покажусь. Приспособимся. А сейчас я не могу выбрать между двух очень одинаковых оттенков. Они, по-моему, один и тот же оттенок. Я, наверное, воспользуюсь Essie, поскольку я люблю эту компанию чуть больше, чем Revlon. Так, чтобы вам видно было. Этот цвет Raisin, изюм в переводе. А этот цвет... без названия. Наверное, оно отлипло. Наверное, этот. Почему? Потому что мне в нем кисточка чуть-чуть больше нравится. Посмотрите, кстати, что случилось с моим телефоном. Сейчас я вам покажу. Когда-то он был очень красивый. Просто шедевр, можно сказать. Но поскольку я люблю его ронять, это все у меня раскокалось. И сломалась. И просто черный телефон я ненавижу носить. А покупать новый кейс, чехол, тоже нет никакого смысла. Потому что телефон уже такой старый и поганый, что просто я не могу уже дождаться его выкинуть. Он не работает по очень-очень много параметрам. И мне осталось, по-моему, буквально 2 или 3 дня до того, как мой контракт закончится, и я сумею уже подписаться на новый, выбрать телефон за достаточно низкую сумму. Поэтому я его приклеила тут такой клейкой лентой. Просто ужасно это выглядит. Это стыдно такое вытащить красоту. Но все равно мне так нравится больше, чем черный простой телефон. Вот так вот это все когда-то выглядело. Очень много здесь повылетало. Разные тут были жемчужинки. Все это обтерлось. Но когда-то смотрелось очень даже. Очень даже, кстати. После того, как мы нанесли первый слой, необходимо матрешечки сделать. Вот вы видите здесь вот такое вот
перехождение. С красного чуть-чуть просвечивается мой ноготь на конце. Это не есть хорошо, и мы его чуть-чуть замажем. Это наш маникюр сделает более длительным. Прослужит он нам дольше. И вот так вот по кончикам. Так вот ее по кончикам проводим. Это, считайте, заклеивает ваш маникюр. И он будет облупляться намного меньше. Теперь приступаем к следующей руке. Итак, я закончила вторую руку. Выглядит чуть-чуть неряшливо. Это мы почистим ацетоном. А самый последний шаг – это закрепить маникюр быстросохнущим веществом. Я буду использовать такой продукт от Sally Hansen Insta Dry. Он сразу, моментально, наверное, через 30 секунд примерно, поможет ногтям стать более сухими. У него такая интересная кисточка, она плоская и широкая, как лопатка. Вот если вы сравните два этих ногтя, на этом еще я не покрасила Sally Hansen Top Coat, а вот этот уже покрашен, и если вы видите, вот этот намного более такой сочный, мокрое покрытие эффект. Похоже на эффект новой машины легковой. Итак, маникюр закончен на этой руке. Осталось только лишь почистить. Почистить очень легко. Берете ватную палочку, макаете в ацетон. Ну, все, наверное, знают, как это делать. И вот такой маникюрчик на осень. Ну и чтобы показать. Ну и чтобы показать вам маникюрчик чуть-чуть на лучшем свете, на лучшем свету, вот так вот он выглядит. Сейчас мы его пойдем почистим, потому что он грязный. Грязнуля. Вот он аккуратненько выглядит теперь, без никаких изъян практически. Это не видно. Такой красивый, бордово-вишневый, глубокий цвет. Мне нравится. Конечно же, сюда можно добавить какие-то блесточки, но мне что-то не было настроения это добавить.